Знаете, я бы, наверное, на сегодняшний день вот внешнеполитическую обстановку по результатам проведения «Рамштайн-8» я бы назвал, наверное, парад танков или танковый парад, как удобней. Почему? Потому что, ну, я уже говорил вам, что складывается впечатление, что теперь вот из этих 50 стран, ну, прям моветон не дать Украине танки. Каждый старается выделить как можно больше и тоже поучаствовать, и присоединяются страны, и вот этот список из 12 стран мы уже скоро будем знать в полном объеме танков, которых нам передаются, и кто быстрее, и кто больше передаст Украине. Так вот, в продолжение вот этой же темы, Польша отправит в Украину еще 60 танков РТ-91. Это кроме тех, а точнее вместе с теми, которые были анонсированы, 14 танков «Леопард-2». Кстати, Польша тоже начала соревнования. Если Германия начинает берет отсрочку в передаче нам танков, ну, это неудивительно. По поведению Германии они как бы... В общем, в стратегии они остаются верными сами себе. То есть максимальная задержка передачи вооружения Украине. Да, разрешение дали, но теперь, оказывается, надо очень долго и плодотворно и кропотливо учиться работе на этих танках. «Леопард-2» имеется в виду. Вот. Польша, наоборот, сказала, что мы в течение нескольких недель готовы передать «Леопарды» Украине. И тут бах, вчера вдогонку еще одно объявление, что есть еще РТ-91 танки. Это польский вариант модернизации танка Т-72, советского танка, который остался у Польши, я так понимаю, в наследство от советской оккупации в годы после Второй мировой войны. И они готовы нам передать еще 60 танков, вот этих РТ-91, то есть Т-72 в модернизированной версии. Далее продолжается, ну, вот то, что мы говорили с вами, что многие страны, вот я обращал внимание, что многие страны обязательно сообщают о том вооружении, которое они передали, ну, только постфактум. Ну, тоже, видимо, хотят, чтобы их не забыли, и хотят показать, что они участвуют по военно-технической помощи Украине, и что они входят в антироссийскую коалицию. Это участие в предоставлении помощи в эти техники и вооружения, ну, я думаю, что это прямое подтверждение того, что они есть участниками и приверженцами антироссийской коалиции в плане борьбы с российским фашизмом. Но и вот в эту тему ложится новость из Турции. Турецкая компания «Байкар» передала два беспилотника «Байрактар ТБ-2» вооруженным силам Украины. Причем передача этих беспилотников была осуществлена на основе волонтерской или гуманитарной помощи. Беспилотники турецкая компания передала безоплатно. То есть в качестве помощи. Это, кстати, к ответу на вопрос. Вы спрашивали, где наши «Байрактары», воюют они или нет. Я вам сказал, что они прекрасно воюют, просто это сильно не афишируют. Поэтому Турция занялась собственной саморекламой. И, видите, два беспилотника передали. И наша, ну, кстати, извините, не Турция, а Главное управление разведки наше сообщило о том, что вот мы получили два беспилотника «Байрактар». Далее, Франция. Франция пытается не пасти задних и тоже быть впереди планеты всей в плане передачи нам военно-технической помощи. Помните, да, Франция заявляла о передаче нам бронетранспортеров и передаче... Ну, будем так, колесных гаубиц на базе этих бронетранспортеров. Так вот, первые боевые машины AMX-10RS, это вот с 155-миллиметровой гаубицей, установленной на них, ну, некоторые называют их колесные танки, ну, может быть, условно можно их назвать, хотя они как бы на колесный танк вряд ли тянут, но тем не менее. И уже Министерство обороны Франции заявляет, что эти колесные танки, пусть будут колесные танки, уже в феврале будут в Украине.
То есть они тоже не отстают. Организовано обучение украинских военных по эксплуатации этих машин. То есть наши военные уже проходят обучение, и в феврале они будут... Ну, то есть, так как я и говорил, три недели, максимум месяц надо для того, чтобы освоить вот эту новую технику. Я думаю, что принципиально подготовить экипажи, да, можно за месяц, можно. Еще раз повторюсь, научить экипажи пользоваться, допустим, тем же танком «Абрамс» или там «Леопард-2» можно за месяц. Вопрос навыков, вопрос боевого опыта, ну мы же понимаем, что для этого надо время. Поэтому это они уже будут приобретать либо на полигонах в Украине, когда будут готовиться, либо уже на поле боя, когда будут участвовать в боевых действиях против российских оккупантов. С «Абрамсами» тоже опять идет чехарда. Одни говорят осень, другие говорят лето, третьи говорят в течение нескольких следующих месяцев. Ну да, и, например, издание Foreign Policy пишет, что в течение нескольких следующих месяцев, то есть где-то к концу апреля, май, будут поставлены танки «Абрамс», заявленные. А там 31 танк, они заявили на сумму. И кроме этих танков, еще придет, они придут в составе пакета на $400 миллионов военно-технической помощи. А именно это туда войдут вот эти 31 машина, плюс 120-миллиметровые снаряды, плюс 8 тактических машин, плюс машины поддержки и средства на техническое обслуживание этих танков. Вот такой вот пакет помощи объявил Джо Байден, и вот туда же пристегнули вот эти 31 танк. Поэтому, думаю, стоит поверить американскому президенту. Дело в том, что «Абрамсы» же имеются на вооружении в Европе. И, кстати, Польша получила уже свои «Абрамсы». Я думаю, что вполне возможно, что наши танкисты могут пройти обучение вместе с польскими танкистами параллельно на территории Польши, для того, чтобы освоить эти танки «Абрамс». Ну и не равен час, может быть, что эти же и танки с территории Польши и перекочуют на территорию Украины. Тогда их доставка будет осуществлена в самые кратчайшие сроки, с самым маленьким плечом подвоза. Швеция. Следующая новость. Тоже не спешит. С «Арчерами» они определились. «Арчеры» едут. 12 штук, все хорошо, но Швеция решила не отставать, они решили нам передать танки Stridsvagn 122. Это шведский основной боевой танк, модификация немецкого «Леопард А» версии А5. Причем шведы, видите, у шведов очень хорошее тяжелое машиностроение, и они имеют такие возможности, они купили лицензию. Чтобы не покупать, они сначала заказали первую партию танков у немцев, а потом они просто купили лицензию, и сегодня они производят этот танк самостоятельно. Хотя это является лицензионной копией, но со шведской доработкой. Я вам говорил, какая доработка, там адаптация танка для ведения боевых действий в условиях лесистой местности и в условиях плотной городской застройки, усиление брони. И по новая система управления огнем, которая включает в себя многоканальный режим, то есть он может обнаруживать до 12 целей и сопровождать 4 из них. И в порядке очередности поражать все 4 цели. Вот. Так что об этом сообщил нам глава Министерства обороны Швеции и сказал, что они не исключают поставки этих танков в Украине в ближайшее время. Так что вот такой танковый парад, он продолжается. Виктория Нуланд, давно ее не было слышно, видно, и вот она выступила с такой речью, в которой заявила, что Вашингтон готов к смягчению санкций против России, против Москвы, ради серьезных переговоров по Украине и выводу оттуда российских войск. Условия переговоров – вывод российских войск со всей территории Украины. Я уже даже не оговариваюсь, потому что Крым – это Украина, все прекрасно это знают. Поэтому это обращение не к Путину, это обращение к его окружению.
То есть Соединенные Штаты в лице Виктории Нуланд, а она тоже принадлежит правящей коалиции, демократической партии, говорит о том, что да, США готовы, вот вам условия, выводите войска с территории Украины, и мы садимся за стол переговоров. Кстати, это же подтверждает и генерал Милли, который тоже сказал об этом, об окончании, о вариантах окончания этой войны, вот, что все равно любая война заканчивается каким-то столом переговоров. Вот. И вот России предлагается реальный вариант. Выводите войска из Украины, и тогда мы можем говорить о каком-то смягчении санкций против Москвы. Посмотрим, как отреагирует Российская Федерация, точнее окружение Путина, на такие призывы с Запада. Или они готовы вместе с Путиным как там в рай идти прямо здесь и сейчас, а остальные все просто сдохнут. Бельгия. Бельгия тоже решила не отставать, и они огласили. Ну вот, кстати, Бельгия из числа тех публикаций, когда уже частично постфактум объявляет о том, что они же нам передали. Так вот, Бельгия передаст Украине ракеты для противоракетного комплекса НАСАМС и стрелковое оружие. Эль-Эхо пишет об этом издание, я так понимаю, бельгийское. И о чем они говорят? Что помимо ракет воздух-воздух, это вот ракеты к комплексу НАСАМС, то есть они поставляют боеприпасы нам к этому комплексу. Бельгия планирует передать Украине пусковые установки для зенитно-ракетных комплексов «Мистраль», но без ракет. Ракеты, очевидно, должна дать нам «Мистраль», это французские. Вот, и я так понимаю, что ракеты должна нам дать Франция, видимо, основной производитель этих ракет. Но, видите, еще расширяется география или, например, список номенклатуры противоракетных комплексов. Сам Т у нас появился, это европейский аналог комплекса Патриот. Кстати, тоже противоракетный и тоже может сбивать баллистические ракеты. И вот нас, видите, Бельгия готова передать нам ЗРК «Мистраль». Я так понимаю, что это еще и посыл для Франции, чтобы передать нам ракеты к этому комплексу. Также Бельгия передаст Украине стрелковое оружие и боеприпасы к нему. В частности, штурмовые винтовки и пулеметы. Вот такой пакет. В общей сложности вооруженные силы Украины получат оружие на 90 миллионов евро от Бельгии, о чем Бельгия нам и поспешила сообщить. Следующая новость, это неудивительно, но тем не менее Беларусь, это вот к разговору о том, что Белоруссия принимает участие в войне косвенно, они маскируются, конечно, но в оккупированную Кирилловку, это Запорожская область, заехали белорусские военные. Причем белорусские военные, скорее всего, это военные, которых завербовали в частную военную компанию, мы не знаем точно, это вагнеровцы или это частная военная компания «Патриот» из состава. Скорее всего, «Патриот», потому что их военные вербовщики вербовали. Видите, вагнеры в основном по ЗК, по заключенным и там по просторам России вербуют. А в Белоруссии вербуют, скорее всего, для частной военной компании, которая аффилируется или относится к Министерству обороны России. Так вот, эти ребята даже не постеснялись и не поснимали шевроны Витебской бригады. И так с этими шевронами в своей белорусской форме прибыли в Кирилловку и находятся там. Я, конечно, понимаю оппозицию Белоруссии, и телеканал Белсат, оппозиционный канал, тут же решил смягчить ситуацию в плане того, что сказали, что шевроны Витебской бригады в Кирилловке — это, скорее всего, подразделение войск Российской Федерации, сообщает телеканал Белсат. Но только забыл телеканал Белсат сказать, что тогда получается, что Белоруссия выдала свою форму Витебской, причем понимаете, как тут нестыковка в чем? В том, что форму, когда выдают со склада, на ней нет шевронов.
На ней есть места для размещения знаков различия, принадлежность, шеврона в том числе, знаков различия в воинском звании, там сейчас уже и фамилия, и там группа крови, и все остальное. Это все одевается непосредственно человеком после получения формы. Ну, я сомневаюсь, что российские, если они намекают на то, что выдали белорусскую форму российским военным, ну, тогда получается, что с барского плеча, то есть бэушную выдали, белорусы сняли эту форму, а россияне одели. Но только эти россияне почему-то говорят на белорусском языке, с белорусским акцентом. Так что, ну, я понимаю желание, но выгораживать не надо. Белорусские военные вербуются, подписывают контракт и воюют в составе вооруженных сил России в частных военных компаниях, как наемники. Причем как из числа военнообязанных, то есть мобрезерва, так и из числа регулярных военнослужащих вооруженных сил Беларуси. Мы, кстати, это не первый раз. И, кстати, на запорожском направлении мы тоже их наблюдали летом прошлого года. Так что вот такая вот ситуация. Появился Дональд Трамп, вдруг откуда ни возьмись, появился Дональд Трамп. И написал в своем твиттере такой спич. Сначала будут танки, потом ядерные бомбы, закройте эту безумную войну немедленно. Это ведь так просто, написал Трамп. Если это так просто, уважаемый Дональд Трамп, тогда напишите своему другу Путину, пусть выведет войска. Это же так просто. Отдать приказ прекратить огонь и выйти с территории Украины. И да, тогда не будет никакой безумной войны. Ну а насчет ядерных бомб мы понимаем, чья риторика. Видимо, Дональд Трамп решил перехватить пальму первенства у Дмитрия Медведева и продолжить запугивание всего мира ядерной дубиной Российской Федерации. То есть, если от Медведева, видимо, угрозы уже не воспринимаются, так они подключили Дональда Трампа, лучшего друга Путина. И человека, который все хотел помириться и говорил, что Путин тоже хороший парень. И еще одна новость на пасашок. Как всегда, я постарался приберечь самую интересную. Это в Украину прибыли ловцы шахедов. Вот вы задавали, кстати, очень много вопросов. Помните, были вопросы, а есть ли там сетки, аэростаты, поднять сетки, натянуть, ловить шахеды, ловить крылатые ракеты и все остальное. Ну вот, считайте, что мысль материальна, а слова тем более. И в Украину действительно прибыли настоящие ловцы шахедов. Это дроны, ну, надеюсь, правильно прочитаю их название на английском. Fortem Drone Hunter F-700. Это квадрокоптер, который заряжен сеткой. И он поднимается, он дежурит в воздухе, поднимается в воздух во время воздушной тревоги. И он предназначен для отлова шахедов. Он сканирует небо, и как только замечает шахед, он идет ему на перехват и сбрасывает на этот дрон сетку. Естественно, дрон, запутавшись в сетке, падает на землю. И ну, как всегда, новость мы узнаем с вами, как я уже говорил, в военное время, постфактум. И написано, что сейчас обучение операторов этих дронов, то есть наших операторов из состава вооруженных сил Украины, закончено. И комплексы уже инсталлированы, то есть установлены. На важных инфраструктурных объектах у нас уже дежурят вот такие подразделения, на вооружении которых имеются дроны-ловцы шахедов. Вот такие вот военные военно-политические новости произошли за прошедшие сутки.